это Эдвин. Кашка Малаш. Всем привет! Всем привет! С вами Эдвин и Милана. И папа Эдгар. Мы тут все вместе кушаем вкусный хворост, который сделали мама, папа, бабушка и Миланочка. Да. Папа не делал, папа просто смотрел, как делают. Да. Эдвин тоже не считается, так что давай не выпендривайся. Вот хворост! Мы и тут... вот! Да, и вот! И вот! Это я уже делала. Просто у нас мама в Инстаграм выложила фотографию, что Эдвин кушает хворост, а там вопросы начали идти. Что такое хворост? Да. Сядь прямо, Эдвин. И я тут решил, нужно, наверное, снять все-таки. Хворост, я точно не могу сказать, что конкретно это такое. Ну, это такое что-то типа чак-чака. И из теста делаются вот такие вот штуки. Очень легко. Да. Ну, их вообще посыпают всякой пудрой. Через дырочки чрисовываешь и ложь жарить. И ложь жарить, да? Миланочка вот лепила, да? Ты ж тесто делала? Да, что тесто там делала? Расскажи. Делала тесто и делала вот это. Потом лепила, да, их? Вот так просто заворачиваешь в дырочку и получаются такие креветочки. Угу. А потом что делать надо? Просто ложить жарить. На сковороде, да? Просто на сковородке, да, жаришь? На масле. И все. Потом начинаешь украшать. А как украшать можно? Вот такими штучками. Можно вот такими. Варенье, всякие, мед, можно, да? Можно невидными, можно видными. Угу. Это прозрачное солнышко называется. Вообще делают еще, это пудрой посыпают, сахарной, да? У нас, я всю пудру с Эдвином съела. Короче, пудру съели. Так что... И мы сделаем вот такими. Вареньем. С малиной, да, и какой-то еще там. Вот берете вот это вот, мелочек себе понаделал, да? Сверху малиновым вареньем. Вкусно, да, вообще? Хворост кушать, мелочка. Да. Эдвин, тебе нравится хворост бабушки? Обожаю, очень-очень нравится. Это вообще мое. Да. Я готовила. Вот для братика, для папы, да. Хворост попался. Вот смотрите, просто вот помакать, и получается просто обалденная штука. Это моя ложка. Вот, очень вкусно. Дай помакать. Ну давайте уж начинать кушать. Давайте. Так. Ты уже себе понаделала там целую кучу? На всех, наверное. Сверху. Тебе просто нравится это все украшать? Ну да. Я ж еще перематывала вот эти штучки вот так. А-а-а. Закручивала их, да? Чтобы вот они были все-таки закручены. Вот они разные. Еще. В чем... Прикол этого хвороста, то, что его можно кушать, в общем-то, много, это да, как чипсы, что-то типа, как печеньки, и чипсы. Делается очень легко. Да. Ну, конечно. Замена всего. Так, давайте я вот так вот сделаю. Миланочка, смотри сюда. Сюда. Не-не, ровненько, просто смотри сюда. Нормально. Милан, в камеру. Во. Ну все, кушайте тогда хворост. Угу. А может быть в одном... Вы тоже кушаете как бы. Да, других видео мама с Миланой покажут, как делать, да? Рецепт покажете. Да. Как тесто делать, как тесто, жарить. Там яйцо, потом мука, потом замешивать. Ну и так далее. Еще, не помню, не знаю, как она называется. Ну, Миланочка знает, правильно говорит. Чё ты ржёшь? Вот чё ты ржёшь, Эдвин? Потому что... Вкус... Сидит, главное, кушает хворост, который сестренка сделала. Она реально лепила это все, замешивала это тесто. И еще какую-то муку, еще одну. Четыре годика твоей сестренки, она тебе сделала хворост.
А ты тут сидишь, ржешь, главное, и кушаешь. Еще какая-то мука. Спасибо, скажи сестренке. Спасибо. И еще какая-то мука. И потом жарить. Так это и есть мука. Да. Еще как жарить надо. И начинать кушать, как бы. Да, все. Ну все, в следующем видео, если кому это понравилось, рецепт. Конкретно, да, мама с Миланой покажут, как это делать. Так что всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на канал, семья Благосарян, ставим лайки. Пока. Пока. Мы кушаем.